В обычный вечер, находясь на службе и проезжая по улице Бежецкой, сотрудники полиции увидели, что в одном из домов начинается пожар. Пожарных еще не было, в горящем здании могли находиться люди. Полицейские тут же отправились на помощь и, как выяснилось, не зря. Пожилая женщина с ребенком на руках, грудным она была, бегала по дому. И молодая женщина просила, кричала: помогите, что-нибудь сделайте, попробуйте затушить пожар нам. Ну, мы увидели, что уже здесь бесполезно, без сил МЧС справиться. Мы тогда решили просто людей эвакуировать в безопасное место. Спасенного малыша поместили в полицейскую машину, чтобы ребенок не замерз. Женщина умоляла стражей порядка спасти хоть какие-нибудь вещи. Александр Лукин, Алексей Никулин, Алексей Филинский и Алексей Локтев снова вернулись в горящий дом. Крыша уже вовсю полыхала, трещал шифер. Горячий расплавившийся сайдинг капал на плечи. В разбитое окно полицейские передали подоспевшим соседям телевизор, детскую коляску и даже умудрились вытащить комод. Увы, не обошлось без жертв. В правой половине дома, дверь которой оказалась запертой, в дыму задохнулись две пожилые женщины. 94-летняя пенсионерка и ее 74-летняя дочь. Но не подоспей сотрудники полиции вовремя, число погибших было бы в два раза больше. Я им очень благодарна за все, что они сделали. Спасибо им большое. В настоящее время причина возгорания устанавливается. Александр Новиков, Андрей Гапонов. События. Брянск.